Какие странные создания! Мои родители всегда дают мне клятвы, обещания, но выполняют иногда. Получше, говорят, пятерку. Пойдем в субботу в лунопарк. В доме сделаешь уборку. Зайдем дорогой в зоопарк. Ну, получил и сделал тоже. Старался, будто я не я. Ну вот суббота, ну и что же? Куда девалась вся семья? Пораньше встал, а дома тихо. Блядь, спали мама с папой? Нет. А я поверил, вот ведь лихо. Не тот я выхватил билет. Чтоб я, да чтоб старался, но им дождутся от меня. Умылся быстро, причесался, родители вовсю броня. Как только вышел я из ванны, так сполз с постелки тихо вниз. А там стоят, как будто мама с папой, и радостно кричат: «Сюрприз!» Ну как-то странно разодеты, цирк что ли пригласили в дом, носы и колпаки надеты. Ну что, готов, гулять идем? Хотел сказать им очень строго, что люди скажут про семью, но ради праздника такого уж так и быть, что потерплю.